Ваши ощущения, ваши эмоции после курса? Эмоции просто переполняют колесо баланса, оно вертится, вертится, еще раз вертится. Это просто взрыв, там коллапс, мозг работает, он выдает. Ребята, оно работает. Я договорился с отцом, с которым не разговаривал, пойти на хоккей. С которым вообще не разговаривал? Лучше бы не разговаривали. Паника, дичь. Вместо этого... Ну что, на хоккей сходим? Это он мне предлагает. Да. И мы согласились осенью на открытие идти на хоккей, когда пойдет новый сезон. Оно работает. Я послал нафиг невыгодный проект. Я защитил диссертацию. Очень невыгодную тему рассказал, что все хлопали. Обалдеть. Да, это просто всем советую. Идите обязательно. Жду с нетерпением мастерского интенсива. Супер. Супер, спасибо огромное. Вам спасибо. Спасибо.